Но они так или иначе связаны с новым этапом, я бы так сказал, того, что мы наблюдаем после так называемой инаугурации президента Путина. Так называемый президент Путин, потому что полноценно-то его назвать нельзя, но тенденция это, в общем, легко узнаваемая, ее можно ловить, так сказать, известные коннотации такие, исторические отсылки, и вот поэтому мы назвали эфир «Русская геронтократия». Вот, я, надо сказать, что на протяжении какого-то количества эфиров и в самостоятельных своих эфирах считал, что действительно существенным продолжением для системы был бы ее переход к некой династической форме. И вот сейчас, после переназначения премьера Мишустина, ну, вроде как появление Патрушева в качестве вице-премьера, там подтягивают Ковальчука и других, то есть то ли оправдывается, то ли не оправдывается этот прогноз, такой неявный, я бы сказал, определенно, что какая-то в поведении Путина есть стабильность, как минимум в кадровом вопросе, ну, кстати, Шойгу оставили практически, да, но есть и тенденции, все-таки... По-видимому, ощущение возраста, оно как-то присутствует. Ну, не может не присутствовать. Причем я вот специально изучал, ведь люди, которых мы видели на излете советской системы, они были по возрасту где-то близко к тому, ну, может, чуть меньше даже по возрасту, чем те, кого мы видим, наблюдаем сейчас. Там какие-нибудь члены Политбюро, там кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС. А вот выглядели хуже. Вот, ну, объективно, наверное, медицина и какие-то манипуляции позволяют этим персонажам по большей части выглядеть куда лучше. Хотя вот некоторые как-то летально уходят из обоймы. Вот как, например, Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда, красил волосы, любил балет. А вот поди ж ты все равно старуху с косой всех настигает. Вот мне хотелось бы, чтобы мы в таком ключе построили беседу, хотя мы коснемся всех последних событий. Кажется ли тебе, что действительно возраст и ощущение, там, пусть даже не за горами, не за горизонтом этой слабости, которую возраст сопровождает, ну, все-таки между 70 и 80 это уже такой этап, когда надо что-то решать, действительно становится явным признаком этой власти. Ну, таким имманентным, в принципе, русская власть такая. Но у этой власти это худо-бедно, но тоже стало проявляться. Или же рано об этом говорить, или же явных признаков того нет. Ну, если ты имеешь в виду общее старение правящего коллектива, то оно в нынешней ситуации просто неизбежно, потому что Владимир Путин человек весьма консервативного психотипа. Он любит прошлое, не случайно он фанат истории и любит ковыряться в истории, стремится всегда это делать. Это так называемый ретротопический тип личности, который живет в прошлом как в настоящем. Поэтому он может доверять только людям, с которыми он знаком 30 и более лет, с которыми есть соответствующий многодесятилетний опыт совместной жизни и сотрудничества. Новые люди здесь не могут появиться, принципиальные качества. Кроме того, это же клановая модель, в которой гарантом человека является клан. То есть, вернее, любой соратник Владимира Путина, любой член его правительствующей команды, есть либо сам клан, олицетворение клана, или он гарантирован каким-то кланом и представляет его интересы, как, например, большинство министров в действующем правительстве, поэтому, собственно, сама кандидатура премьер-министра, она во многом техническая. Это не лидер команды, не человек, который определяет идеологию. Ну, извини, что перебиваю, согласись, он так не делал. Он всегда премьер-министр все-таки менял срок и все. В каждом конкретном случае это имело свои причины. Но, во-первых, премьер-министр не имеет такого существенного значения в этой системе власти. Это просто помощник президента по управлению кабинетом министров, и не более того. Ну, вернее, отличался от этого только Михаил Михайлович Касьянов, но это был не путинский премьер. Ну да, это не поставленный семьей Бориса Николаевича Ельцина. С тех пор, как Путин сам ставил премьеров, он выбирал, в общем, людей заведомо карикатурных, скорее. Как-то нарочито не подходивших для этой роли. Как Михаил Ефимович Воротков, Виктор Алексеевич Зубков, ну и потом Дмитрий Анатольевич Медведев. И, собственно, здесь Михаил Владимирович Мишустин как раз некоторое исключение из этого, но мы некоторые, я бы не сказал, что тотальное, скажем, это чуть отличается от логики трех предыдущих назначений, хотя и не кардинально. Но поэтому, естественно, вместе с Путиным стареет и его команда.
ибо скамейки запасных у Путина принципиально нет, ротации быть не может. Молодые, которые выдвигаются, это представители все тех же кланов, только в следующих поколениях. И да, конечно, может быть, ближе к 2036 году они займут командные высоты по-настоящему, пока они, так сказать, тренируются, проходят стадию раскачки и адаптации в системе государственного управления, поскольку их кланы, их гаранты. Патрушева, младшего гарант, клан Патрушева, Ковальчука, младшего клан Ковальчуков и так далее, и так далее. Но сам Владимир Путин отнюдь не считает себя стариком. Он в хорошей физической форме. Естественно, вообще представление о возрасте за минувшие там 40 лет, то есть со времен позднего Советского Союза, качественно изменились во всем мире. То есть довольно сложно было бы себе представить там даже борьбу за пост президента США, кандидат, в котором там сильно за 70 или даже за 80. Mm-hmm. Рональд Рейган, который был избран президентом в свои 70 лет в 1981 году, уже казался глубоким стариком. И, кстати, 8 лет он правил Америкой даже с явными признаками болезни Альцгеймера весьма эффективно и выиграл холодную войну. Впрочем, это было в демократической системе власти, где вот от персонального состояния вождя не так многое зависит. Не зависит не так много, как в тоталитарном. Ну, во всяком случае, его таким с Альцгеймером свободно выбирают избиратели, скажем так. Поэтому мне кажется, что Путин воспринимает это как большую проблему. Собственный возраст и возраст своих ближайших соратников. Тем более, все-таки в правительстве находятся люди в основном несколько чуть помоложе. Да? И даже вот откровенный ветеран, бывший министр энергетики Николай Шульгинов, которому было 72, уступил место несколько более молодому 61-летнему Сергею Цивилеву, который, с одной стороны, женат на племяннице Владимира Владимировича Путина, Анне, который возглавляющий ныне вот фонд помощи ветеранам спецоперации Z. С другой стороны, он изначально принадлежал еще клану Тимченко, Галина Геннадия Николаевича Тимченко, одного из близких соратников, потому что компания Колмар угольная в Кемеровской области, которую возглавлял господин Цивилев, это клан Тимченко. Он начинал как охранник, по-моему, даже в Питере где-то, и вроде такое там было. Цивилев, про него я этого не помню. Говорит. Поэтому нельзя сказать, что им дышит в спину какое-то молодое поколение, которому не готово уступить место. До 2036-го Путин, в общем, готов оставаться у власти. Ну, и действительно, и жизнь, если брать позднесоветских вождей, то и жизнь у них была потяжелее, и медицины такой не было, разумеется. И в 75 Леонид Ильич Брежнев просто разваливался на ходу. Да, собственно, и Борис Николаевич Ельцин в 68 развалился на ходу. А, правда, потом он как-то после отставки через пару лет неожиданно принял какой-то эликсир жизни и стал выглядеть гораздо лучше, и до смерти, ну, в общем, вроде пребывал в неплохой физической форме, а в случае гораздо лучше, чем в конце 90-х годов, что породило новую волну оценок, скажем так, если не назвать их слухами, что ельцинская семья пресловутая, воспетая в том числе в культовой картине Марии Певчих и ФБК «Предатели», сознательно поддерживала Борис Николаевич в таком полуовощном состоянии с помощью всяких медицинских и околомедицинских процедур, поскольку так им было легче от его имени править страной. А если бы Ельцин был полностью здоров, то им было бы чуть-чуть сложнее манипулировать им. Да нет, говорят, что они просто давали ему бухать, вот и все, так сказать, не очень следили за этим, не специально, но потом они как-то следили за его алкоголизмом. Ну, там еще какие-то препараты, на мой взгляд, применялись от другого свойства, опять же, исключительно номинально в интересах здоровья президента, но на самом деле, которые приводили его в заторможенное состояние и мешали ему из этого заторможенного состояния выходить. Поэтому сейчас, в общем, само по себе дыхание смерти, безусловно, для Владимира Путина это важная угроза. Еще, вот, собственно, еще и потому, что он, вот его бессознательный страх перед будущим, который присущ такому психотипу, именно консервативному и ретротопическому, апеллирующему к прошлому, связан с тем, что смерть – это в будущем, поэтому будущее во многом ассоциируется со смертью, которая неизбежна. А с христианских позиций примириться со смертью Владимир Путин явно не может, в чем он честно признался и Такеру Карлсону в этом интервью, честно сказав, что он не верит в Господа Бога, и почему-то 97% наблюдателей не обратили на это скандальное признание. На мой взгляд, самое скандальное в их диалоге, никакого честного внимания. Но я обратил, на всякий случай, можете посмотреть дайджест этого интервью на моем канале «Белковский», который называется «Путин и Карлсон. Ночной полет». А сегодня, кстати, уже на канале «Белковский» была премьера очередного выпуска седдаун-шоу «Время Белковского», который называется «Моя история с Путиным». И там я пытаюсь дать ответ на вопрос, развернутый ответ на вопрос, случайно или закономерно Путин стал президентом РФ. Спойлерить не буду. Вот. Мы дадим ссылку, мы сейчас ее найдем, просто мы перед эфиром не успели. Мы найдем
Ссылку обязательно дадим на канал Станислава Александровича. Все равно есть общая ссылка по его имени в описании к этому видео. Так что вы не ошибетесь, уважаемые зрители. Просто пройдите, посмотрите. Вот, поэтому вместе с тем уже понятно, что Путин в новых поколениях, на которым он собирается передавать страну в следующем десятилетии, разумеется, приоритетно делает ставку на детей своих ближайших соратников. Или на друзей детей, в общем, на выдвиженцев тех же самых кланов, которые с молодых ногтей. Но это однозначно, вот, Станислав Александрович, потому что многие спорят, говорят, ну что вы ищете каких детей? Они мажоры, они в первом поколении родились с золотой ложкой уже во рту, они... значит, не имеет того опыта выгрызания, значит, своего, какой есть у их предшественников, у их отцов. И что и традиции этой нету передачи детям, потому что до этого, в 20 веке, никому это не удавалось. Ну, династический период имперский мы не считаем, потому что там как бы Романовы, там своя история. Действительно ли ты считаешь, что мы видим признаки этого процесса передачи детям? Ну, хотя бы отдаленные. Подготовки, пока мы видим детей. Ну, подготовки. Передача. О передаче речи не идет. Путин собирается править еще долго и счастливо в ближайшие 36 года минимум. До 36 года минимум. Да, до 36 года минимум. И самое главное в этом смысле – это поддержание его здоровья и работоспособности. И мы с тобой же обсуждали пару месяцев назад в этом же эфире, что в этом эксклюзивная роль его дочерей, что они являются менеджерами проекта по обеспечению счастливой старости, в том числе с помощью генетических технологий и генетического редактирования, а не в том, что он им непосредственно собирается передавать власть. Это как минимум неизвестно, потому что Путин не стратег, а тактик, как мы хорошо знаем. За все это подтверждено 25 годами его пребывания на высшем государственном посту. И все важнейшие решения он принимает в последний момент. Поэтому это уже в 30-е годы он будет думать о том, кто конкретно и предметно займет его место, если займет. Но не сейчас, это точно его сейчас. Конфигурация преемника не беспокоит. Она скорее является предметом схоластических обсуждений политологов и других наблюдателей. За этим процессом, поскольку я согласен, что пообсуждать это интересно. А кроме того, сам факт этого обсуждения порождает ложные надежды на то, что Путин не вечен и скоро уйдет. Может быть, он скоро и уйдет. Но оснований так полагать нет. Он сам этого не хочет, и система власти не предполагает его скорого ухода, поскольку в этой системе он остается незаменимым совершенно арбитром и модератором. То есть могут быть какие-то черные лебеди, да, которые ускорят эти процессы. Но на то и не черные лебеди, что мы не можем их рациональным путем прогнозировать. Вот мы видим, тем не менее, что Бориса Ковальчука продвигают на счетную палату. И Борис Ковальчук, Ковальчук-младший, и Патрушев-младший Дмитрий Николаевич, они оба 1977 года рождения, поскольку разница в 25 лет с Путиным считается благоприятной нумерологически. Да, кстати, разница в 13 лет, которая у Путина и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с Михаилом Владимировичем Мишустином. Мишустин там на несколько месяцев моложе Медведева, где-то начало 1966 года. И, соответственно, счетная палата – это очень удобная позиция, потому что с тех пор, как Алексей Леонидович Кудрин стал главой общей палаты, функционал этой должности – это разгребать грязное белье правительства, то есть быть таким официальным уполномоченным критиком кабинета министров. Угу. Человек на этом посту не принадлежит к системе исполнительной власти, поэтому не несет ответственности ни за какие социальные, военные и прочие проблемы. Он критик власти, он может использовать это как угодно. Именно поэтому тогда Алексея Леонидовича Кудрина поставили на счетную палату, потому что он, мягко говоря, не любил Дмитрия Анатольевича Медведева, не ценил его высоко и был личностно мотивирован очень мочить Медведева. Я прошу прощения за термин «мочить». А Владимир Владимирович Путин, как такой нано-дьявол, который искушает человека с целью выявить его наиболее низменные настроения и склонности и использовать их по мотивации. Да, вот. Не любишь Медведева? Отлично, будешь на счетной палате. Это логично. Так, значит, фактически в лице Ковальчука создается некая альтернатива кабинету Мишустина, который будет обращать внимание президента, разумеется, ну, то есть абсолютного монарха, де-факто возглавляющего и контролирующего все ветви власти, в меньшей степени общества, в той степени, в той мере, в какой позволит абсолютный монарх, на недоработки, слабости и проблемы этого кабинета министров. Это более выигрышная с точки зрения продвижения на высший государственный пост в будущем позиция, чем, собственно, место в кабинете в самом. Кроме того, Путин никогда, заметим, не продвигал премьеров, то есть действующий премьер никогда не рассматривался как преемник. Угу. И Медведев в бытность преемником премьером не был. Он как был назначен в 2005 году и до самой пересменки в 2008 оставался первым вице-премьером. Потому что второе лицо не должно дышать в спину первому.
Это очень важный принцип. Поэтому если Владимира Владимировича Путина призовет Господь Бог, прежде чем планы самого президента завершатся, то тогда Михаил Владимирович Мишустин становится его президентом просто по должности. Но что-то мне подсказывает, что в рамках, если смена власти будет происходить при живом Путине и строго по его сценарию, то это будет не действующий премьер, а скорее кто-то из представителей следующих поколений. Как это было в случае Бориса Николаевича Ельцина. Потому что меня всегда удивляло, что такие умные и опытные люди, как Виктор Степанович Черномырдин, Юрий Михайлович Лужков, Евгений Максимович Примаков, на полном серьезе полагали, что кого-то из них Ельцин может сделать своим преемником. Это было связано только с тем, что они никогда не проявляли практического интереса, да и теоретического, тоже к психоанализу. А если бы они проявили и кого-то спросили, им бы объяснили, что Борису Ельцину органически нужен преемник-сын, а не преемник-брат. Что к брату у Ельцина всегда ревно, такое ревнивое чувство. Он хочет сына, которого он биологического сына у него не было, во всяком случае, по официальной версии. Скорее всего, и на самом деле не было. Именно с этим и связана эксклюзивная роль Валентина Борисовича Юмашева в этой системе власти. Во многом абсурдно, я согласен, потому что где ельцинская система власти, а где Юмашев? Да, Юмашев журналист, пусть достаточно успешный, зав. Отделом писем Огонька, спичрайтер, но от спичрайтера до поста всесильного руководителя администрации президента, а потом просто лица, который неформально правил страну, это не Ельцин, довольно далеко. И то, что Юмашева это удалось, связано именно с этой психологией отношений отец-сын. И здесь даже важно отметить, что у Юмашева не было официального отца, он рос без отца, а отчество у него Борисович. То есть здесь все совпадало абсолютно. И, в общем-то, если бы Ельцин хотел, то он бы сделал преемником, вернее, не совсем так, если бы Юмашев хотел, то Ельцин бы сделал преемником его, Юмашева. И ты считаешь, что у этого был шанс? Ну, понимаешь, вот если бы мы перенесемся назад, из 12 мая 2024 года в 9 августа 1999, то мы бы качественной разницы между Путиным и Машевым не увидели бы. Потому что назначение никому неизвестного Путина, совершенно в основном не публичного к тому моменту, чем оно отличалось качественно от любой другой кандидатуры. Вот если там сказали в этот день, что преемник не Путин, а Аксененко. Ну, Аксененко и Аксененко. Я помню, ну, об этом и речь. Почему Путин выбрал именно тогда? Ельцин выбрал Путина тогда. Вот же ответ. Он же не ошибся, правда? Как государственное, с точки зрения тех интересов, которые преследовал не столько Ельцин, сколько семья Ельцина. Он же защитил их полностью, защитил 100%. Все интересы по сей день. Уже 25 лет прошло, ничего в этой системе защиты и обороны интересов ельцинской семьи ничего не изменилось. Ну, существенно уменьшилось их влияние, разумеется, по сравнению с теми временами, но их интересы никак не пострадали, их капиталы продолжают приумножаться, и они даже не находятся под западными санкциями. Здесь уже Путин над этим не властен, но этот факт важно отметить, можно отметить как минимум. Да, поэтому, в принципе, какая разница, почему не Юмашев? Главное, чтобы сын был, а не брат. Вот это для Ельцина было очень важно. Я помню, как в Государственной Думе реагировали 9 августа 1999 года, и как вышел к парламентам и парламенту и телекамерам тогдашний спикер Госдумы Геннадий Николаевич Селезнев, который сказал буквально следующее. Ну, этим своим решением и объявлением о преемнике президент поставил крест на политической карьере Владимира Владимировича Путина. Вот так сказал Селезнев. Потому что здесь прав Альфред Рингольдович Кох, и то, что крайне непопулярный Ельцин выдвигает преемника, это вовсе было не в пользу преемника. Мы считаем, не знали, что будет сейчас Чеченская война, которая станет важнейшей политтехнологией привода Путина к власти. Мы недооценивали, что, безусловно, в принципе, на фоне старого и больного Ельцина, который страшно раздражал большую часть многонационального РФ народа, преемник должен быть молодым и здоровым, должен быть контраст. И, собственно, поэтому тогдашняя пропагандистская линия Кремля на то, что Примаков такой же старый и больной, как Ельцин, сработала. Она существенно подорвала рейтинг и амбиции Примакова, который, почему я говорю, Ельцин бы не... И, собственно, результат блока Отечества вся Россия на выборах. То есть было много фактов. Вот. И сейчас в нынешней ситуации, но тогда еще ведь ситуация в стране была очень тяжелая, и вовсе не факт, что было совершенно не очевидно, что любой преемник может удержать власть. И поэтому гораздо легче было оставаться теневым кардиналом власти, как Юмашев, чем фактически идти на амбразуру, как Путин тогда. Это вот сейчас уже ситуация совсем другая. Власть кажется стабильной, ее можно передать совершенно спокойно. И нет ни малейших сомнений в том, что если это все пройдет по кремлевскому сценарию, то избиратель проголосует за преемника. То есть пройдет очередной плебисцит о легитимности абсолютной монархии, который подтвердит, что абсолютная монархия, помимо многих других своих черт, отличается еще единственно возможным механизмом обеспечения преемственности власти. Вот отца к сыну, в данном случае от политического отца к политическому сыну.
Дмитрий Николаевич Патрушев тоже, возвращаясь к этой команде, 77-го года рождения, ему 46 лет, и он встал на ступеньку выше из министров сельского хозяйства, вице-премьера, то есть продвижение людей этого призыва продолжается. Собственно, мы увидели некоторую смену составов и омоложение и в ряде других министерств с выдвижением ярко выраженных клановых представителей. Ну, например, представитель клана Чемизова Денис Владимирович Мантуров стал первым вице-премьером, тоже это из того же поколения приблизительно. При этом господин Мантуров не только представитель Ростехнологий, он еще и неформальный хозяин значительной части города Геленджика, того самого, где рядом с которым дворец. Это тоже важный козырь в его руках. А кроме того, господин Мантуров еще крупнейший игрок на рынке косметологии и пластической хирургии. Причем даже в бытность своим министром промышленности и торговли, как нам подсказывают, он переделал правила для косметологических клиник, таким образом, чтобы этим правилам могли соответствовать только правильные клиники, понятно, кому принадлежащие, в первую очередь, господину Мантурову и его супруге, специализирующейся на этой отрасли. Или новый министр транспорта Роман Старовойт. Это в явном виде выдвиженец клана Ротенбергов, в котором он и был на посту губернатора Курской области, поскольку по неформальному распределению обязанностей в путинском окружении транспортная сфера отдана Ротенбергом, то совершенно логично, что вместо пожилого уже господина Савельева, бывшего гендиректора Аэрофлота, такого несколько вне межкланового, становится вот господин Старовойт, а самого старика Савельева выперли известным методом пинка вверх, когда человека формально повышают, а фактически, так сказать, лишают его реальных рычагов управления в обверенной его попечению отрасли. Поэтому мы, так сказать, ну, вот Андрей Рамич Белоусов тоже, который, в общем, тоже был вне и межклановым таким человеком. Извини, что перебиваю, а только что сообщили, я читаю новости. Путин предложил назначить Белоусова, Андрея Белоусова, бывшего вице-премьера, министром обороны. Предложил назначить министром обороны России, сообщил Совет Федерации. Это РБК написал, ну и другие каналы я перепроверил, везде подтверждается. То есть Шойгу все. Причем я прогнозировал, что дело Тимура Иванова не может повлиять на решение об отставке Шойгу. Видимо, другие причины имели место, или эта причина имела место, но Шойгу он действительно отставил и предложил кандидатуру Белоусова. Ну, Белоусова на министра обороны. Это большая сенсация, безусловно. Ну, вот только что. Вот я действительно привел, я увидел в ленте, люди пишут, я, значит, зашел на все информационные ресурсы, вот везде главная новость, что Белоусов действительно подтверждает. Да, ну, примечательно, что Сергей Кужугетович Шойгу уходит в отставку в ситуации, в общем, довольно победоносный на украинских фронтах, почему я считал, что он останется... То есть, что его снимать, если у них продвижение на Харьковском направлении, на Вовчанске и так далее, то есть вот ну какая-то логика. Ты считаешь, это заранее подготовленное решение или это реакция на там дом в Белгороде или что-нибудь в этом роде? Ну или повод? Нет, это не сильно заранее подготовленное решение, но я думаю, что дело Тимура Иванова, тем самым это в данном случае ослабление относительно клана Геннадия Николаевича Тимченко. Это тоже очень путинская нормальная тактика. Одной рукой усиливать какой-нибудь клан, другой его же ослаблять, чтобы слишком много возможностей не концентрировалось в одних и тех же руках. Вот. И это достаточно четкое разделение функций Министерства обороны и Генштаба. То есть фактически это воспроизводство схемы с Анатолием Сердюковым на новом этапе. Когда министром обороны становится человек, главная задача... Типа экономист. Управление финансовыми потоками министерства, а не руководство военными действиями. А военными действиями занимается непосредственно Генштаб и его руководитель генерал Герасимов, который, если его не снимут, конечно, значит, с точки зрения Путина именно он должен, так сказать, заработать, так сказать, он заслуживает всех очков и белых шаров за то, что сейчас происходит на украинских фронтах на протяжении последних... Ну, а какой будет судьба Шойгу, на твой взгляд? Как тебе кажется, это будет обычная пенсия, отставка или перевод куда-то? Ну, в принципе, Сергей Кужугетович Шойгу всегда считался и обоснованно считался одной из ключевых фигур системы по самым разным параметрам. Да. Я думаю, что отставка должна быть достаточно почетной. Ну, вот уже и ТАСС, РИА все подтверждают. То есть это не фейк, действительно, Белоусов вместо Шойгу. Все уже написали. Да, ну, это значит, что в этом смысле дело Иванова сыграло свою роль, потому что действительно надо навести порядок в деньгах Министерства обороны. Mm-hmm. Это то же самое, что было в момент замены Сергея Борисовича Иванова на Анатолия Дарьевича Сердюкова. То есть логика воспроизводится, что главой ведомства становится совершенно не военный человек, который должен навести порядок в экономике военной сферы, особенно с учетом того, что военная сфера становится совершенно приоритетной для
российской власти до тех пор, пока Путин на все время, на весь период, пока Путин остается у власти. Это совершенно очевидно. Это, собственно, именно поэтому Денис Мантуров стал первым вице-премьером, потому что кабинет министров в первую очередь должен концентрироваться на экономике войны. И, значит, нужно, Андрей Ремович должен там навести порядок в финансах самого военного ведомства. Я не уверен, что он полностью для этого подходит, но, по крайней мере, господин Белоусов действительно не имел именно его меж- и внеплановость, да? И то, что у него не было репутации оголтелого и махрового коррупционера, в данном случае должно ему помочь. Да. Выходец из либеральной среды, он еще начинал из гайдаристов, между прочим, Белоусов, потом стал псевдокенсианцем за регулирование государственной экономики. Ну, он же начинал в системе Госплана, и уже когда, так сказать, он занимал командные позиции в путинской системе власти, будучи министром экономического развития, помощником президента и потом первым вице-премьером, он всегда олицетворял такие левые достаточно настроения. Курс на наращивание госрасходов и так далее. Да, поэтому есть надежда, что это, так сказать, свой госплановский дух он принесет несколько в Министерство обороны и покончит там с полным финансовым хаосом. В принципе, и сохранение Михаила Владимировича Мишустина на посту премьер-министра, тоже вполне прогнозируемое, в отличие от замены Шойгу на Белоусова, значит, отражает, собственно, функционал этого кабинета министров. Тоже схема та же. Есть премьер-министр со своими функциями, первый вице-премьер, у которого отдельный совершенно блок работы. У Андрея Ремовича Белоусова это были нацпроекты, но у нас проекты ушли в сторону в связи сначала с эпидемией COVID-19, а потом войной. И поэтому в старом качестве господин Белоусов стал уже не нужен. Теперь, видимо, понадобится в новом качестве. Здесь на смену нацпроектам идет война. И, собственно, оборонно-промышленный комплекс, которым будет заниматься первый вице-премьер Мантуров. А у Михаила Владимировича Мишустина, как, с одной стороны, опытного налоговика, с другой стороны, как у талантливого и опытного айтишника, две приоритетные задачи. Это повышение налоговой дисциплины, ужесточение администрирования, налогового администрирования, качественное повышение налоговых сборов, в первую очередь, с физических лиц, и вообще создание эффективных технологий абсолютно честного по Остапу Ибрагимовичу Бендербею изъятия денег у россиян в пользу государства. Потому что накопились десятки триллионов рублей и во всяких кубышках и заначках недорогих россиян. А с другой стороны, надо положить конец наличному обороту и весь его вывести из тени в налогооблагаемую сферу. Надо провести еще повышение налогов, которое планируется с 1 января 2025 года, особенно подоходного. Все эти гонения на инфо-цыган, поп-артистов. Сейчас уже под раздачу попал еще недавно культовый борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, недавно гордость путинской России, сейчас выяснилось, что задолжал налоговым органам 300 миллионов рублей. Сейчас, значит, вот сейчас, так сказать, это одна сторона деятельности Михаила Владимировича Мишустина. Люди, новая нефть. Нужно взять деньги у россиян для финансирования этого государства и его военной машины, потому что взять их больше негде в связи с отключением РФ от международных финансовых рынков. А вторая задача – это цифровой концлагерь по китайскому образцу. И как айтишнику Мишустину все карты в руки, и сам Путин велел этим цифровым концлагерем заняться. Ну и оборонным комплексом. Оборонный комплекс – это отдельная история. Во главе с Мантуровым здесь, естественно, и сфера сельского хозяйства всегда традиционно была очень важна для Владимира Владимировича по нескольким причинам. И потому что это, как выяснилось в определенный момент, мощный геополитический фактор. Мы, кажется, с тобой обсуждали, что в свое время Путин неожиданно для себя узнал, что он способствовал арабской весне и революции в Египте, поскольку именно его правительство запретило экспорт пшеницы из РФ тогда, в связи с неурожаем. Из-за этого резко выросли цены на хлеб на Ближнем Востоке, в Египте в особенности. Это стало важным дестабилизирующим фактором, ускорившим арабскую весну. Путин себе этого простить не мог, он этого совершенно не хотел. Поэтому ему нужно контролировать вот это сельское хозяйство и продовольствие. Это архиважный стратегический блок. И в этом смысле, и потому еще, что Путин, построив полноценный тоталитаризм советского образца, хорошо понял в какой-то момент, каких ошибок поздней советской власти он должен избежать во что бы то ни стало. Этих ошибок несколько, но самое главное, первое, ни в коем случае нельзя допустить товарного дефицита, особенно в продовольственной сфере, нельзя оставить народ голодным. И второе, нельзя допустить никакой гласности, она же свобода слова. Нельзя вынимать ни в коем случае пробку из ванны, чтобы потом обратно ее не затолкаешь. Вот, собственно, это он и вот вся конфигурация Путина исполнительной власти при Владимире Путине нынешнего призыва образца, то есть уже периода полноформатного тоталитаризма, а не авторитаризма разных степеней просвещенности, как прежде, отражает, безусловно, путинский приоритет. Это путинское правительство, и здесь каждый, как ни странно, абсолютно логичен и уместен на своем месте. Ну что же, больше 16 тысяч нас уже смотрят, и около 5 тысяч поставили свои лайки.
Просьба большая, ссылки на этот эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно поставьте лайки, из тех, кто смотрит, сейчас эфир еще не поставил. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и по ссылке по имени Станислава Белковского, в описании к этому видео, на канал Станислава Александровича, смотрите эфиры там. А вернемся тогда все-таки вот к детям. Мне кажется, тут тоже есть некоторый дополнительный аспект относительно доверия именно детям в широком смысле и конкретным детям в качестве преемников самого Путина. Вот ты сказал, упомянул о роли дочерей Путина в качестве такого гаранта его пролонгации, лонгвити такой, да, пролонгации жизни Путина. Это ответственная сфера, там биотехнологии, другие всякие. Но может ли Путин опираться просто в системном смысле на детей, как неких... молодое озеро такое, да, вот дети тех, кто рядом с ним. Нет ли в этом династического начала, при котором одна из дочерей, например, или же подрастающие сыновья Кабаева Иван Дмитрий, ну, они совсем маленькие, ну, там лет 20-25, не знаю, сколько Путин сможет просуществовать на своей должности, ну, как бы они должны сменить. Вот почему я этот вопрос задаю? Я хочу сказать, что впервые, кстати сказать, после инаугурации 7-го мая вытащили Кирилла, провели этот молебен, значит, торжественный в связи с инаугурацией. И, в общем, в словах, обращенных от Кирилла к Путину, вообще уже звучало чуть ли не обокопомазание. То есть выглядело это, во всяком случае, так. Хоть там, может быть, и какие-то иные смыслы внушались. А где богопомазание, там и династическая фамильная власть, безусловно. То есть ты исключаешь полностью, что... допустим, кто-то из дочерей, одна Тихонова или Воронцова, ну, может, Тихонова, он, говорят, ее больше любит, все-таки может оказаться во власти, и ее будут готовить, ну, как наряду с другими, на всякий случай, уже там в течение какого-то времени, как ты говоришь, подготовительного периода к возможному преемничеству. Или это исключено совсем, и у Путина так вопрос не стоит. Я думаю, что вопрос о преемничестве сейчас точно не стоит. В лучшем случае он будет поставлен после 2030 года, поскольку сейчас это преждевременно. И вообще формирование любых представлений о преемнике будет означать, что часть элит переориентируется на этого преемника. Угу. И станет не на 146% лояльно вождю, а этого вождь допустить не может. Поэтому он может выбрасывать всякие фейки о преемниках специально, чтобы протестировать реакцию и самих потенциальных преемников. Сойдут ли они с ума от счастья, когда узнают, что они преемники, и начнут ли они вести себя в качестве наследников Путина, как это подвело, собственно, в свое время Сергея Борисовича Иванова, который слишком рано поверил, что он преемник, выяснил, что он не соответствует этой высокой миссии, был он заменен на Дмитрия Анатольевича Медведева, причем в ситуации, когда только ленивый не пинал Дмитрия Анатольевича и не говорил, что он сбитый летчик и списанный кадр. Нет, и вдруг неожиданно Путин убирает его, наоборот, задвигает Иванова, выдвигает на авансцену Медведева, который стоически пережил все эти унижения. Он снова их переживает гораздо более... Горькие унижения сегодня, поскольку он действительно, может быть, всерьез в какой-то момент подумал, что он должен идти на второй срок. И это ему не простилось. И все люди, которые так тоже думали и подзуживали Медведева идти на второй срок, в разной степени пострадали. Кто-то, как братья Магомедовы, получил огромные тюремные сроки, а кто-то, как Аркадий Дворкович, возможность отсиживаться на посту главы Международной шахматной федерации в Афинах в надежде на то, что о нем все забыли, и поэтому трогать его уже никто не станет. В тоталитарной системе власти, естественно, эти надежды всегда очень зыбкие, потому что репрессии хотя бы точечными по-прежнему, они массовыми, как при Сталине, но логики внутренней в этих репрессиях нет никаких, и этот молох постоянно требует жертвы, машина может съесть кого угодно, независимо от степени его официальной и формальной лояльности существующему строю и лично Путину. Поэтому идея преемника сегодня вредна, скорее, чем полезна, она дестабилизирующая, поэтому в ближайшие годы ее не будет. Кроме того, династический принцип наследования власти реализуется уже с конца 90-х годов, когда, собственно, абсолютная монархия начала оформляться, ибо передача власти от Ельцина к Путину – это уже династическое наследование. Сам факт, само слово «преемник» и проект «преемник», да, ведь совершенно не обязательно династическое наследование должно предполагать передачу власти от биологического отца к биологическому сыну. Мы помним, что в Римской империи наоборот, скорее, был принят, что наследник не является биологическим сыном
императора, а как только эта традиция была нарушена, Римская империя начала сыпаться и распадаться. Ну, не только в связи с этим, но в том числе это был, по крайней мере, индикатор. Поэтому так и здесь. Он совершенно не обязательно должен передать своим биологическим детям. К тому же, если говорить о маленьких сыновьях, то я по-прежнему считаю, что предъявить обществу людей, которые еще совершенно пороху не нюхали, жизни не жили, и ради этого менять конституцию и убирать 30 порог возраста в 35 лет, Путин не станет. То есть, кроме того, ведь следующее поколение, следующий правитель России не будет таким диктатором путинского типа и толка. Он не будет все концентрировать в собственных руках. Это, как и после смерти Иосифа Сталина, будет некое коллегиальное руководство, в которое могут входить и биологические дети Путина, и дети его ближайших друзей. И у меня все-таки, то есть, вполне возможно, что Путин действительно при жизни вообще не собирается отдавать власть, и там сколько бы сроков это ни потребовало, и здесь, скорее, он пойдет на очередные изменения Конституции. И патриарх Гундяев прав в том смысле, что он говорит то, что Путин хочет от него услышать. Ну, в принципе, это стандартное правило для любого винтика этой машины власти, для любого чиновника, а Гундяев де-факто является не более, не менее, чем крупным чиновником. Он никакой не духовный лидер, правильно? Извини, что перебиваю. Только что опубликован указ Путина. Путин отправил в отставку Николая Патрушева с должности секретаря Совета Безопасности с переходом на другую работу, сообщает, ну это Артас сообщает. Вот я сейчас ищу дополнительные подтверждения, но похоже, это действительно так. Вот, Путин назначил Шойгу секретарем Совета Безопасности. Ну, как мы и говорили, достаточно почетное, да, перемещение. Почетный переход, да. Но а тогда что делать с Патрушевым? Хороший вопрос. Да, Путин предложил назначить олигарха Ковальчука на сына, я так понимаю, олигарха Ковальчука на должность председателя счетной палаты. Там ну, не олигарха, а Ковальчука-младшего, бывшего главы Интеррау. Я читаю тут новости уже в пересказе. Да. Путин предлагал Совет Федерации сохранить за Чуйченко пост главы Минюста. Это все из Совета Федерации идет информация. Да. Вот. Путин предложил Куренкова на пост главы МЧС, его кандидатура внесена в Совет Федерации. Путин предложил переназначить Золотова на пост главы Нацгвардии. Путин предложил переназначить Бортникова директором ФСБ, а Нарышкина главой СВР. Ну, вот такие новости. Ну, как видишь, большая часть назначенцев – это люди или под 70, или за 70. Да, абсолютно. Абсолютно. Александру Васильевичу Бортникову уже 73. Ну, да. Поэтому нет, возраст совершенно никого не смущает. К тому же Николай Платоновичу Патрушеву главный его инструмент – это неформальное влияние на президента. Поэтому я не думаю, что, так сказать, его отставка с поста секретаря Совбеза, ему тоже в этом году 73, это означает что-то резко негативное для... Ну, в указе написано с переходом на другую работу, то есть другая работа какая-то предполагается. Ну, какая-то будет, главное ему сохранить доступ к телу, да, для такого человека, не важно. В конце концов, в 2008 году, как мы помним, Патрушев ушел с поста директора ФСБ на пост секретаря Совета Безопасности. Да. Тогда, вот по состоянию 2008 год, директор ФСБ это было гораздо главнее, чем секретарь Совбеза. Ну, просто потому, что пост секретаря Совбеза занимали отставники, которым, так сказать, нужен был какой-то пенсионный вариант. Помним, что там Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел, был секретарем Совбеза. Владимир Ушайло, бывший министр внутренних дел, был секретарем Совбеза. То есть те, от кого Путин хотел избавиться, но технично, вот как сейчас от Шойгу, да, почетно, да, те отправлялись туда. Да, Патрушев, тем не менее, бестрепетно вахту сдал Портникову и перешел в Совбез, потому что он прекрасно понимал, что на этой позиции гораздо меньше организационной и технической работы, чем в ФСБ, и меньше ответственности, а доступ к президенту ничуть не меньше. И, так сказать, он может использовать... Извини, добавлю. Значит, полный список выглядит так. Это уже официальное сообщение. На должность министра внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович, он его оставляет на должность, предложенную Путиным. На должность министра иностранных дел Лавров Сергей Викторович, переназначить его. Да, которому 74 уже, да, там ничего, все. Да, хорошо. Ему тоже нормально. Ну и да, на должность главы счетной палаты Ковальчук Борис Юрьевич. Да, этому 46. Ну, мы его уже обсудили, что счетная палата, во-первых, это центр критики правительства. Во-вторых, это с точки зрения продолжения именно политической карьеры, не аппаратно-управленческое, исключительно политическое, это более выигрышно, чем быть в правительстве, потому что ты не несешь ответственности за возможные непопулярные меры, провалы и просчеты, которые в деятельности кабинета министров так или иначе неизбежны. Да, поэтому здесь действительно самое радикальное – это замена
Шойгу, но опять же, Шойгу назначенный секретарем Совета Безопасности, получается, не выпадает из обоймы нет, силовой. Нет, я говорю, Шойгу, как мы только что обсудили, еще не зная его назначения в Совбез, это очень важная для этой системы власти фигура, у которой много заслуг. И, так сказать, причем не будем забывать, что Шойгу хотел заняться чем-нибудь, так сказать, хлебным, но не... Да, не таким хлопочем. Перегружающим его еще, когда он засиделся на посту главы МЧС. И тогда он стал губернатором Московской области, но всего на несколько месяцев. Потому что тогда отставка Анатолия Эдуардовича Сердюкова, а главной причиной, на мой взгляд, той отставки, на мой взгляд, были никакие не скандалы с Евгением Васильевым, ничего. Это скорее, опять же, повод. Причиной было то, что господин Сердюков тоже входил в команду людей, желавших второго срока Дмитрия Анатольевича Медведева. Конечно, такой министр обороны был после возвращения Путина не очень удобен. Вот. Тогда Шойгу призвали, но все, сейчас он расслабиться сможет на посту секретаря Совбеза, хотя, конечно, арест Тимура Иванова – это существенный удар, как мы теперь видим, по клану Тимченко и просто Тимченко-Шойгу, и просто так это не прошло. А другие все, как мы видим, почти никаких перестановок нет. То есть все люди, все функционеры остались в своем посту, невзирая на возраст и огромный срок пребывания на уже их нынешних должностях. Ну, за исключением господина Куренкова, который там недавно, все остальное – это ветераны. И монстры рока, которые, несмотря на возраст, никакую отставку не собираются. Ну, вот важно понять, куда вдвинут Патрушева. Ну, даже если его назначат советником, там, помощником президента, это... Как ты правильно говоришь, обеспечивает доступ к телу. Это формально, неформально здесь не имеет значения. А во-вторых, ну, как бы, учитывая, что сын пошел как бы выше, сын Дмитрий Патрушев, на пост вице-премьера, даже уйдя с поста министра сельского хозяйства, ну, там, я понимаю, сфера курирования, она может сохраниться, то это не означает никакого понижения клана Патрушевых. Нет, не означает. Потому что в случае именно Патрушева тут важно сохранение этого канала доступа к уху великого вождя. И, так сказать, этот канал, я думаю, сохранится, а Николай Платонович просто... Ну, поскольку Шойгу нужно было куда-то пристраивать, для соответствовать, а куда его еще пристроишь? Ну, вот прекрасная позиция. Надо было ее освободить. И Николай Платонович, как верный соратник вождя, с готовностью и охотой на это пошел. Весьма любопытно. Значит, больше 19 тысяч нас прямо сейчас смотрят, 6 тысяч поставили такие свои лайки. А то, что мы 42 с небольшим минуты, еще дает нам некий запас времени. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своем аккаунте, в соцсетях. Если кто из России смотрит, по мессенджерам пересылайте. Маленькое сообщение буквально на следующей неделе. Мы окончательно добили нашу платформу по выборам, которые я обещал, альтернативным выборам. Нам удалось сломать App Store, и скоро появится аппликация, там, которая будет доступна в Российской Федерации. Я напоминаю, что скачанных уже аппликаций, я имею в виду приложений, через смартфон Google уже достигло, по-моему, больше 20 тысяч. И мы запускаем референдум по итогам так называемых выборов 17 марта. Следите за обновлением, вместе со специалистами мы проведем свой эфир и дадим старт референдуму, и все расскажем, как там все будет. Внимательно следите за обновлением. Хорошо, а мы продолжим. Слава Александрович, тогда давай так. Последние события в связи с Харьковской операцией, которые, ну, много о ней говорили, что наступление, возможно, весна-лето, российская будет именно на Харьковском направлении, хотя после выделения помощи, ну, согласования в Конгрессе США, в Палате представителей и выделения 61 миллиарда, ну, как-то эти планы, наверное, скорректировало, потому что расчет был, что до ноября, до выборов Соединенных Штатов, ну, пока там не ясно станет, кто победит, наверное, с помощью Украины будет тянуться все, и это создаст благоприятные условия для форсирования ситуации. А вот, и Москва там может начать крупномасштабную операцию. С другой стороны, ну, более или менее известно, инсайдеры говорят, что переговоры, консультации между Вашингтоном и Москвой продолжались, и Вашингтон сильно убеждал не начинать такую масштабную операцию, наступление на Харьков от границ 30 километров, ну и так далее, потому что много жертв, много всего. И обсуждалась перспектива начала больших публичных переговоров между Киевом и Москвой, ну, при известном посредничестве, и это предлог для того, чтобы не начинать крупных операций, чреватых известно чем, они ставят всех
в необходимость реагировать, там, Европе вводить какие-то контингенты, о которых говорил Макрон, Америке, значит, дополнительную помощь давать, какие-то виды вооружений. Ну, то есть для всех это создает проблемы. Вот можно ли считать вот эту активность на направлении на Харьков, да, от Шебекина, кстати, на Ловчанском направлении, действительно прологом какой-то масштабной операции, которую затевало Министерство обороны, Генштаб, ну, понятно, вот, сам Путин, который является ответом на это на все, и что действительно лето нас ожидает, как минимум до выборов ноября, именно таким, что Москва пытается взять реванш за свое время, сентябрьскую 22-го года, успешную операцию по деоккупации 11 тысяч километров Харьковской области. И какие это может иметь политическое продолжение в контексте ухода Шойгу, перехода его в Совет Безопасности, например? Ну, сейчас, кажется, сообщили, что Герасимов таки остается начальником Генштаба. То есть непосредственно руководство войсками Путин признал качественным и эффективным тем самым. Все будет продолжаться как есть. Опять же, в рамках доктрины Герасимова. И здесь три фактора. Я вижу, во-первых, начало поставок американских вооружений Украине в соответствии с актом, недавно одобренным Вашингтоном. Нужно успеть добиться, Москве нужно успеть добиться каких-то существенных новых военных успехов до начала главной стадии этих поставок. Во-вторых, так называемый саммит мира в Бергенштоке в середине июня, к которому Путин должен подойти с новыми военными успехами, чтобы они вполне отбрасывали тень на этот саммит и поставили под сомнение, в принципе, возможность реализации мирной формулы Владимира Зеленского, особенно среди стран глобального юга и так называемого глобального юга, и ключевой из них Китая, который должен с точки зрения Путина или, в принципе, отказаться от участия в саммите, на саммите в Бергенштоке, тем самым выразив отношение к формуле мира Зеленского, и, по крайней мере, заявить там, что концепция Зеленского не имеет отношения к реальности, и должен быть принят китайский план, фиксирующий состояние дел на текущей линии соприкосновения, то есть линии фронта. А для этого линии фронта, естественно, должна быть максимально близко к Киеву, как говорится, и дальше от канонической международно признанной границы РФ. И третье – это попытка создания... И третье, прошу прощения, это ответ на заявление и Эммануэля Макрона, и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно возможного увеличения уровня вовлеченности западных стран в военном плане в войну в Украине. То есть как Макрон все грозится, то отправить, то не отправить войска. Сам формулирую, что это делается для поддержания стратегической двусмысленности. То есть то ли отправлю, то ли не отправлю, но буду держать напряжение. А Дэвид Кэмерон сказал ясно, что дальнобойные ракеты, которые предоставляются Украине, США и их союзникам, включая Великобританию, могут быть использованы для ударов по канонической РФ-территории. На все это Путин тоже отвечает новым уровнем агрессии, повышением ставок. В этом смысле наступление в Харьковской области и учение Южного военного округа с использованием тактического ядерного оружия, плюс прямое заявление МИД РФ о том, что РФ готова нанести удары по военным объектам Британии, как на территории Украины, так и вообще в любой точке мира, это звенья одной цепи. Что касается наступления в Харьковской области с военной точки зрения, то цель, на мой взгляд, создание буферной зоны, опять же, между канонической границей РФ и территорией Украины, с которой наносятся удары по этой РФ-территории. Эта буферная зона должна быть в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Перейдет ли это к попытке взять Харьков? До сих пор неизвестно, поскольку это очень дорогостоящая и кровопролитная потенциальная операция. Но в любом случае, кроме того, события на Харьковщине, естественно, требуют от Украины отвлечения значительной части вооруженных сил из ДНР, с Донецкого, Луганского направлений, со всех этих направлений, тем самым ослабляют там позиции Украины и позволяют Путину решать важнейшую задачу – выход на формальные границы ДНР. Вот тут, поэтому в этом смысле это все достаточно логично, увы, и это уже в явном виде вытекало из этих страшных ударов по инфраструктуре Харькова на протяжении минувших двух месяцев.